Привет, Пермь! В Москве отличная погода. Мы находимся в московском зоопарке, одном из крупнейших и старейших зоопарков мира. Он был открыт в 1864 году. 3 дня назад в зоопарке произошло замечательное событие. Родился маленький фламинго. Посетителям его покажут только через 2,5 месяца, когда малыш научится кушать самостоятельно. Всем отличного завтрака и хорошего дня!